Прием, прием, здорово всем, с вами Хилл Хёртс. Нет времени объяснять, слили трейлер Elden Ring, official gameplay трейлер, оригинал с канала Bandai Namco Entertainment America. Поехали, ссылки на оригинал будут в описании, погнали. Просто не представляем, сколько всем ждали эту игру. И вот теперь хотя бы какая-то информация о ней. Очень пиксельный, шакальный трейлер, но тем не менее, что есть, то есть. The tarnished will soon return. Масштабы впечатляют. Но на мой скромный взгляд, это тупо Dark Souls 3. С упором в аниме. Если это будет настолько открытый мир, это фантастика. Полагаю, главный протагонист. Призывные маунты, все как мы любим, для большого открытого мира. Масштабы впечатляют. Черепаха с большим колоколом. Какие-то гиганты. Слушайте, раньше геймплей сливали. И это подтверждается. Блин. Первая ассоциация очень похожа на первые геймплейные трейлеры Dark Souls 2. Новая изумрудная вестница, все как мы любим. Немножко попахивает ММО, но я надеюсь, что нет. Артория, здорово, ты ли это? Фантомы будут, это великолепно. Господи, летающие кони. Так это женщина. А, она, наверное, будет боссом. Вот это с руками, которая. Ничего себе у него рук. Офисный босяра. Этот тоже крутой, драконов мы любим. Блин. Эритил Холодной долины. Ага, парни со свечами на головах. Великолепный олень. Мама родная. Ну, графика, конечно, из 2003-го. Это, короче, из архива герцога. Из Dark Souls 2. Господи, как же круто! Да, да, на все платформы. Январь 22-го, 21 января. Господа, не знаю как вы, я просто в неминуемом, невероятнейшем восторге. Очень круто выглядит, очень здорово, скорее всего, все будет. Но для меня, не знаю, по ощущениям, все хотели Dark Souls 4, его сделали, назвали Elden Ring. Возьмут ассеты из предыдущих частей, как-то это все скомпонуют. Возможно, будет хорошая, интересная история. Блин, буду ждать с нетерпением и очень рад, буду почитать все ваши комментарии. Пока что всех благодарю за просмотр, всем всего хорошего, счастья и здоровья. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.